Так, у нас сегодня Toyota Камрюха. Здесь, как мы видим, ребята костоправили растаможенную машину за 5000 баксов, Камрюху. 2009 взяли, удачно, я думаю. Это блок АБС. Может быть, будет не видно, но он согнутый. Как они его додумались поставить, другой не нашли. Здесь они варили. И вот, вот эта вот красота оставленная, это шланг слива, с люка. Эти кадры умудрились его здесь загнуть, если видно. Вот он загнутый стоит и повернутый вверх. Потом у человека будут проблемы с водичкой. Будем сейчас это исправлять. Ну и провода местами побиты. Но вот это вообще эпично. Взять, загнуть этот шланг, не знаю, что нужно делать.